В любом случае, эта хуйня появляется. Дебаты тут не помогают. Выбирай, блядь, фашистов и давай нахуй! Ну окей, понятно. Что ты как пусечка, блядь? Покажи этим ебучим румынским. Кто такая настоящая молдавская страсть? Еще от лица этого парня он сам ухудел, наверное, меньше. Бегает, блядь, такой, ебать, играю на плейсмент. Ебать! Это, ладно, чуть быстрее. Я уже вот, если бы я остановился там, мне бы была пизда. Он понимает, что, блядь, я настроен серьезно. И посмотрите на его выражение лица. Он понимает, блядь, что все кончено. Он понимает, что все кончено. Он понимает, что ему пизда. Он понимает, что все, блядь. Что видишь ты? Он под конец такой, ебать, ой, а чё это переключился на этого? Ебать, что со спектатором, ебать или это? Да, песня в тему. В смысле? Да. Дай гляну. Шо? Шо, блять? Он видел эту хуйню или не видел? Я такой думал, такой, знаете, штаны так убирал и смотрел, думал, когда ты, сука, вылезешь оттуда, типа. Почему она не разложилась полностью? Она выглядит не такой уж... Тропинка, в ней еле-еле два человека помещается, а по бокам болото. Я еще типа рофлю, типа Тереху, толкаю, там, а потом Тереха так рофлянул, что я рили чуть не улетел, блядь, в это болото. Уебок, сука. Они бегут. О, он мне патроны скинул. Он уезжает на машине. Димка должен был приветствовать, сука, смотрите. Здравствуйте всем уважаемым зрителям, кто нас смотрит сейчас со стримфеста, те, кто у нас на Твиче. Ну что ж, сегодня лицо будем Димки, для вас... Бля, я что-то проебал опять. Чё-то я сморкнул. Лицо Димки. Здравствуйте всем уважаемым зрителям, кто нас смотрит сейчас хотел бы приветствовать, со стримфеста, те, кто у нас на Твиче. Ну что ж, сегодня мы будем для вас комментировать состав Team Spirit. Два игрока, это я, Радуга, и мой коллега Дмитрий. Дмитрий Бискьюти, здравствуйте. А этот молодой человек дает совет таким же, как он, любителям онлайн-игр, как сделать так, чтобы родители оставили вас в покое и не мешали играть. Если что-то надо, тебе, если тебе что-то не устраивает, ну сядь ты, пообщайся с родителями, возьми маму, папу, посади на стулья, сядь и скажи, родители, так-то, типа, что за хуйня? У нас локтя маме, мама улетает, батю в почку с ноги, лоу-кик в голову разок, и все, и пока не выруби, можно 2-3 часа посидеть. Чпок, блядь, чпок! Сука. Брос, как тебе жопа Джокера по 10-бальной шкале? 10. А моя? 9. Прежде чем 11. Спокойствие, чат. Вдох и выдох. Вот этот сатана, блядь. Который не стоит трогать.
Думаю, открою двери, блядь, сделаю все осторожно. Сейчас выйду. Заебись будет. Давайте замедленно, замедленно, чтобы понять, что произошло. Где, блядь, где? Именно так, блядь, это и произошло. Блять, это просто... Радуга такой, что? Вот смотри, как Лёха бьёт по яйцам. Давай, Лёха! Давай! По яйцам! Ну чисто пальцы работают! Ещё раз, ещё раз! А что, пожалуйста, что как он Джеки Чан? Давай, Лёха! Давай! Оба! Да ты шо? По яйцам! Ну чисто батя работает! Это нормально, да? Ну, для этой игры, да, это. Откуда ты вышла, блядь? А, блядь, каких твои чуть. Ебучий таракан. Максим, поставь паузу, нах отпиздить кого-то, пойди. Мы на ней стоим. Сейчас мы отпиздим сначала, блядь. Пидораса одного. Понял, пидорас это я всегда, пидорас это я могу, да. Опа, он разбил. Пизда там малому, походу все. Да ты шо, пацаны, вообще, мы почувствовали, блядь? Секунду нахуй. Наушники. Ебать. Шо, пацаны, минус 70? Где, блядь? Покажите мне, блядь, где? Посмотрите на это, блядь. Там пацаны тупо сидят, блядь, в труханах вот так вот. Пф, и плюют в потолок. Чат, хуй соси. Я получаю. А! Что, блять, сколько там пинга, сука. О-о. Сэм, стреляй! Сука! Как же, блять, вовремя? Ну тупо красота какая. Давай сейчас выключу вебку, а ты будешь держаться за глаз. Давай. Я не выключилась. Ладно. За другой держись. Да за другой, не за это. И что? Все, репорт. За избиение младенца.